Каждый вечер я приехал еще пораньше. Как раз открывалась домашняя группа у нее прям. Думаю, ну надо же начинать домашнюю группу со смерти кошки. Бабушка вся в слезах, она одна живет с этой кошкой. Что делать, а? Давайте молиться будем, Нина Дмитриевна. Можно помолимся за кошечку вашу? А можно? Так что ж, Бог-то всех любит. Давайте помолимся. Короче, кошка ожила. К началу домашки она уже не заползала никуда, уже нормально себя спокойно вела, такой шалом уже такой с нами. К концу домашки она уже лижется, даже попросила что-то покушать там вообще. Короче, она прожила еще несколько лет после этого. И каждый раз, я там у них на домашке редко бывал, но каждый раз мне рассказывали братья, кино, собираемся на молитву вначале, и она прям посреди садится, полизалась и сидит. Короче, все, тоже славит Бога, все дышащие, хвалит Господа. Поэтому и котов ваших благословляю, и всех собак, всю живность, все, что ваше, благословляю тоже этим благословением. Во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови Господь народ свой миром, своим шаломом. Сила Божья в названии этой церкви, этой общины. Божия и Твоя сила да проявится в народе Твоем и среди народа Твоего, Боже, во имя Христа, в нас, верующих, Боже, и среди нас, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, мертвые воскресаются, пусть больные исцеляются, прокаженные очищаются, пусть свершаются деяния, Боже, великие деяния Святаго Духа, здесь, в Бердичеве, Житомирской области, по всей Украине и по всему лицу земли, Боже, потому что вся тварь, весь мир растительный, животный, а наипаче человеческий род стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Боже Святой, благослови народ свой, благослови детей своих, это откровение сынов иметь. Слава Тебе, Господь, и реализовывать его в этом мире. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь.
отныне и вовек. Аплодисменты отцу, сыну и святому.